каждый день мы узнаем о каких-то происшествиях. Будь то это самолет, крушение вертолета, аварии. И в том числе, конечно же, это метро. Никаких выводов, в принципе, после техногенных катастроф не делают. Почему они происходят? Мне кажется, по причине жадности, по причине разгильдяйства, по причине того, что Россия – страна с самой низкой производительностью труда в Европе и с самыми безответственными зачастую работниками. Кто-то что-то проволокой замотал. Это русский дух. Авось пройдет, авось там все прокатит. За взятки используется любая техника до тех пор, пока она просто не разваливается. Тревожные вещи я слышал о, например, котельных, которые изнашиваются, да? С другой стороны, я знаю, что техника, созданная в 20 веке, была достаточно крепкой, прочной, и что даже метрополитен рассчитан до 2016 года. Тот задел, который был сделан в сталинские времена, он уже исчерпался и в дальнейшем чреват такими последствиями более страшными. Там, отказ от ЖКХ и прочих систем, не говоря уже о кораблях, вот, типа Болгарии, да, который на один бок завалился и все утонули. Это крайне безобразие. Люди, которые работают с техникой и от которых зависит чья-то жизнь, обязательно должны ответственно относиться к своей работе, но и здесь должен быть всегда контроль, контроль, контроль.